Добрый день, город Бендеры. 21 октября 2016 год. 2 часа 12 минут. Это моя улица, Кишиневская. Узнали? Остановка там, где я и кошек снимал, и бомжей. 29-й дом. Общежитие. За ним дом быта. А это трасса на Кишинев. Пешеход нерегулируемый. А это наш. Два высотных здания больших, самых крупных, которые высоких есть в городе. По улице Кишиневская и по улице Ленинградская. Там вот улица Панфилова, как вы видите, был универмаг. Сейчас там магазин Прага. И там же и поминальные обеды. Говорят, это сейчас стало выгодно. Но выгодно не только это. Ну, вот такой вот маленький очерк я вам сделал. Спасибо вам за то, что вы меня смотрите. Увидимся сегодня на улице Кирова. Улица Бельская. Вот сейчас машина повернет направо, в сторону центра, Варницы. Дальше улица Титова. Ну что мне, вкратце показать вам? Давайте покажу. Вот это вот дерево, оно всегда выручает, когда пекло. Тут все желающие сидят. Стоят даже. Моего троллейбуса нету, но вот подъехала какая-то маршрутка. Номер 9А. Она едет на улицу Полоза. Туда, в сторону, ну, кладбище. Вот она сейчас поедет по тому же самому маршруту, по которому поеду я. Номер 4 троллейбус. Ну все, в принципе, давайте увидимся.